Веселье, веселье, веселье. Таким был девиз третьего Miami Bitcoin Hackathon, главной темой которого стала игрификация. Третье место на ежегодном фестивале программистов выбрала команда Set Bounty, разработавшая расширение для браузера Chrome, которое взаимодействует с GitHub. Второе место занял CoinBar, приложение, предназначенное для поиска различных биткоин-данных, используя интерфейс нового MacBook Pro Touch Bar. Первое место и главный приз 15 биткоинов заработала для команды The Silver Logic во главе с капитаном Дэвидом Хартманом приложение BitTag на основе определения местоположения.